И пытайтесь поставить четкую дату и сказать, мы вот с этого момента будем жить по-другому. Мы привыкли слышать истории про волевых людей, которые вот там собрались, да, что-то добились там и так далее, и неизбежно себя с ними сравниваем. И сравнение-то оказывается зачастую не в нашу пользу. Мы начинаем себя корить, ругать, внутренне наказывать. И нам кажется, что если мы себя наказали, то вроде как вот вопрос и закрылся. Но на самом деле мы просто сами себя помучили, а сами эти мифы о волевых людях достаточно поверхностные. Воли вот в таком виде, как мы ее представляем из художественной литературы, не существует.